eSportBets.com – уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com – живой азарт и холодный расчет. Всем привет. Так. Привет, так. Народ. Так, говори. Ку-ку-кушеньки. Ку-ку-кушеньки. Мы в эфире. Это StarLadder TV. Ну и игровой день, очередной игровой день. Fnatic против Alternate Attacks. Это первый матч, который мы будем с вами наблюдать. Что может быть интереснее? Да, что может быть интереснее между Зарубой и командой, которая может не выйти на лан-финал, и Зарубой с командой, которая точно не выйдет на лан-финал. Которая 100% не попадает. 4-0 на 5. Слушай, из сезона в сезон я вот поражаюсь немцы на немцев. Вообще они подсдали, да. Они не то, что подсдали, они слишком... Они стабильны. Заметь, они стабильны, они никуда не сдали, но стабильность их называется «берем 4», и мы на 10-м месте, о а да. А дальше плывем по течению. Короче, мрачная игра от немецких команд в этом сезоне, надеюсь, парни справятся в следующем. При том, что Alternate в этом сезоне даже еще пока в топ-8 не залетают, а матча осталось всего чуть-чуть, их статистика 4 на 5, у них 0 ничьих, 5 поражений, 4 победы, и они обыграли, я даже не хочу знать кого. Если честно. Но я знаю, точно выиграли у Маузов в принципиальном противостоянии. Как-никак, Заруба на внутренней арене всегда. Да, но там типа прикол был такой, что Маус играли не своим составом, со стендином, и играли карту DDoS 2, которая лучшая у Alternate, потому что они другую не играют. Кстати, да, это я тоже заметил, что Alternate Attacks частенько поигрывают DDoS 2, значит, на Inferno будет изи-катка для Fnatic. А вот команда Fnatic за 11 игр выиграла 8, упустила... Не, у них две ничьи. Вчера, кстати, ничья с Na'Vi была, мы смотрели вместе с Кучером этот матч. Орева было вообще дикое на сцене, когда словак просто вот брал. Нереально сыграли, но тем не менее ничья для Na'Vi это плохо. Na'Vi надо было выигрывать. Так, тем временем у нас вроде бы дан рестарт на сайт пик раунд, и мы готовы его посмотреть. Готовы, не то слово, уже вовсю сейчас разворачиваются действия. Ну, здесь, конечно, без разницы, по-моему, за какую сторону начинать команде Fnatic. Вот Alternate хотят, наверное, взять деф. Ну, на Inferno они, в принципе, играли в одном из сезонов. Так, слушай, так, что ж... звучка не хватает там, по-моему. По-моему, все хорошо. А у меня нет звука. О, спасибо, Игорек. Теперь я все слышу. Аук забыл выкрутить. Ну, смотрим, что немцы атакуют, и, в принципе, по-моему, защита за ними сейчас будет. Остаются Fnatic, Schneider, Flusha. Ну, не самое так... О, Flusha тут какой наглый. А так, Schneider делают кабана, он второго пытается зарезать. Все, будет война. Не война, вернее, будут сейчас на нож Флюшика сажать. И вот сейчас, кстати, вчера наобщался со Шерами, как бы, по игре команды Fnatic. Жаль, что не Трейн. Сейчас бы было бы смешно, если бы они играли Трейн. Но из пика бана, насколько известно, кстати, пикбан vk.com/sl4mtv, там все есть. Можете уяснить для себя, какие карты не играют немцы, каких карт боятся шведы и вообще, почему мы пришли и увидели Инферно. Так, вот я вижу, тут кто-то под StarLadder 6 залетел посмотреть стрим. Супер, красавцы. Кто же это? Так, друзья, еще один момент по чату Твича, пока у нас пистолетка. Мне поступили жалобы про некоторых админов, которые скидывали ссылки. Так вот, друзья, они сегодня будут отправлены в бан на Twitch TV пожизненно на нашем канале. Спасибо большое людям, которые скинули скриншоты, доказательства и все такое. У тебя что произошло? У тебя тут просто пушки в чате собирали вчера чуваки с админкой, с модеркой. Просили девайсы типа в студию нам и все такое, а в итоге брали это дело все себе и думали, что останутся безнаказанными, но мы их забаним. Сегодня у нас выход на Б, и смотри, немцы, сейчас Феликс может испугаться, и да, испугался, ушел.
Так, испугался, ушел. По расстановке игроков у команды Alternate Attacks. Кристоф Феликс на Б-пункте, Асмарак и Солик спокойно себе контролят Апленд, ну а шведы пойдут именно на Б. Так, ну что ж, смотри, раскидочка Б-плента, и шведы заходят через хелпу. Будет выход в план. Пронакс вообще просто на морозе! Просто на морозе устанавливает бомбу. Ну вот такого Alternate Attacks не ожидали. Ну, я буду сейчас наблюдать за Devil Волком. Бомба стоит уже 5 секунд. По-прежнему нет ни одного минуса в этом раунде. Ситуация 5 в 5. Бомба стоит на Б-пункте. Да, немцы в шоке. Два немца на Б-базе. И что происходит, я не могу понять. Devil Волк. Есть первый минус, забирает Толика. JV выбивает церковь. Ну, бомбу здесь по-любому не задефить на халяву, но... Все, все, закрыли Фнатик, закрыли Фнатик, молодцы, Феликс влетает 1 в 2 и JV. Ну, как обычно, Джаспер в пистолетном разобрался круче всех. Три минусового исполнения, ну и пистолеточка на сам... легко уходит в копилку команды Фнатик. Пистолеточка уходит, но на самом деле, вот я знаю точно, что от JV там прутся многие, то, что он там классный игрок, все такое. Но вчера, когда я смотрел матч с Фнатик, вот, например... матч Fnatic с Na'Vi. Na'Vi, да. Я не знаю, вот либо у JV бронелобость, либо его Брониславом должны были назвать, но этот парень очень любит бегать в апдаун, при том, что ему насрать, с каким он респом туда бежит. И он туда идет и дохнет, идет и дохнет. Его называют, знаешь, вот шведы его называют апдаун кинг, поп-дог кинг, по-всякому. И ты заметил вчера то, что он играл исключительно с этим, со своим любимым дробовичком? Да, был момент, частенько. Но он и с АВП так железно верхнес, и с чем только угодно он поджимал эту позицию, громил, действительно, там Na'Vi было даже парочку раз по три минусового исполнения, но я тоже думаю, что он перебирает. Некоторые игроки с него вообще проорали, но я вчера просто плакал со смеха, когда это тело дохло три раунда подряд в апдауне, думая, что сейчас вот-вот я займу, вот-вот займу. Ну, здесь он может себе позволить делать, в принципе, все, что хочет, потому что у него сегодня только... немцы вроде бы в соперниках. Вообще матчи после этого. Так, Солик начекал Б, но не вышли. Так, что там еще вчера? Вот Na'Vi, вообще не знаю, как Na'Vi будут выбираться из своей ситуации. Кстати, у них, ну, может быть от такой... Na'Vi уже больше ничего не зависит. Зависит только от команд, которые будут играть между собой. Вот сегодня будет парочка интересных игр Титаны против Virtus.pro. Да, да. В этом матче для Na'Vi тоже кое-что решится. Если проиграют ВП, то Na'Vi, скорее всего, попадут все-таки на ванфиналы. Да, но могут не попасть Ашеры. Да, могут не попасть HellRaisers. Короче, там еще на самом деле полная каша. И кто же все-таки пробьется на 9-й финалы Star серии, я даже... Вот тяжело предугадать, знаем точно, что скорее всего пройдут НИПы. Ну вот в этих НИПы точно вышли. Я знаю, что НИПы выйдут, и Virtus.pro выйдут. Вообще это безоговорочно. Ну, вот. У Virtus.pro уже есть два поражения. Впереди матч против HellRaisers и против Титанов. Ну, им вот будет так же непросто. Ну, с HellRaisers, конечно, самая серьезная заруба будет. Титаны, не знаю. Вот. Ну вот с Титанами мы сегодня с тобой посмотрим шпилочку. Да. А вот уже с HellRaisers, если я не ошибаюсь, матч состоится 10 апреля. Да, 10 апреля вообще у HellRaisers там три матча с французскими командами, одна со шведским НИП. Это будет нереальный замес. Кстати, на этот день попробуем договориться о присутствии в TeamSpeak, чтобы вам было интереснее смотреть стрим. И вот, может, если техника позволит, то получится офигенский денек, чтобы посмотреть. Так, что, 2-0. И вот блестяще отыграли сейчас Fnatic заходом с 15. Поставили бомбу, засейвили все на больших песках в пите. И теперь еще один эко, но немцы сейвили. Так, Эсма Дигл, Чешка, ну, Солик, на самом деле, Феликс. Сейвили вот самое главное, это Солика с тяжелым армором и с Чешкой в руках, ну, а да, все и Феликса. Остальное это такое. Феликс тоже был с армором. Да, Феликс с армором. Но у Эсма просто дефуз, его тоже решили засейвить на всякий случай. На самом деле, я знаю, как выиграть Fnatic в первом пистолетном раунде, когда они идут на Б и закидывают смоками, и Пронакс ставит бомбу на лестницу. Ты просто бежишь, садишься в эту лестницу сразу, кидаешь под себя дым, и пока Пронакс ставит бомбу, ты такой стоишь, пристраиваешься нежно сзади и начинаешь это делать, то есть дефузить. Когда он оттуда вот-вот убегает. Это, да? Да, это. Я уже много даст такие приколы видел. Но пока у нас нет дастских команд, мы ниндзя дефузить не умеем. Если вспомните Fragbite Masters, там Дюпри просто на уровне да, выходил. Вот Дигнитас умеют использовать такие фичи. Действительно, достойно врываются парни в дым. И после этого вот прочитать действия игрока очень тяжело. Тем временем, Фнатик ему удается сделать первый минус, забирает Кристова на Б-пункте. И Эсма туда идет хелпить со своим диглом на шифте. Ну, короче, Фнатик развлекаются, это заход на Б, скорее всего. И пока, правда, не ясно, что там с ямой. Вот. Слушай, Альтернейт, по-моему, у них просто бомбит. Я не знаю, они боятся, просто боятся. С Апланта никто не выходил в чек. Ну, все-таки это экраунд. Здесь парни пытаются в первую очередь угадывать, поэтому... Ожидать чего-то здесь гиперинтересного мы вряд ли можем.
А тем временем пошел заход с команды Fnatic на Б-плент. Разменом 2 в 1 заходит, занимают Б-базу, должны сейчас устанавливать бомбу. Ну и забирать оставшегося Солика и Рака. Ну, там Эсма четко сейчас мог разыграть. Вот если бы не поторопился, чуть-чуть подождал и сделал стрейф плево, то был бы... Ой-ой-ой, какой хороший шанс поставить две головы. Вот волнение и скорость никак не сочетаются. Ну, немцам вообще, у них, по-моему, если они начинают играть чуть быстрее, чем обычно, обычно они с респа никуда не уходят, то вот у них начинаются нервы. Так, сейчас Рак будет убивать Джейви. Так, Рак. Ой-ой-ой. Выпускай Себастьяна. Фас. Себастьян. И Солика тоже похоронил Джейви. Ну, Солика полбеды, а вот Рачок действительно в лучших традициях. Ну, не знаю, вы все прекрасно видели. Да, ну чувак просто не смог собраться и попасть в голову, в спину, когда голова была. Там можно было просто достать нож и зарезать. Да, тут даже можно, даже так можно было сделать, но не, мы будем мазать. Стар-серия, господа, это стар-серия. И команда Alternate Attacks. Итак, первый оружейный раунд. Что покажут немцы в первом девайсном? Они будут сидеть, на респе примерно где-то до 30 секунд, пока Fnatic не поставят бомбу на Б. Так, а посмотри, Fnatic'и начинают очень даже агрессивно. Быстро занимают ковры, понимают, что немцы, скорее всего, играют глубокие дефенсы. Они просто знают, что Рак играет на коврах, поэтому это, в принципе, пошли к нему. Так, а вот как раз-таки флешка Раку в лицо. Рак, что будет делать? Рак! Ой-ой-ой, Рачок дымом принимал просто. Дэйл Волка, но тиммейт подстраховал и довольно-таки неплохо. Все получается. У команды Alternate Attacks 5. Так, ну, Шнейдер последний остался. Но не удалось выйти, надо было брить первого. Не ожидали. Шнейдер, вау. Разминулись. Есть шанс зайти на 15 сейчас просто и посмотрит Эсма на него. Эсма. Вау, вот это сюрприз, говорит сейчас Эсма. И Шнейдер разбирается с ним, но мидл не слышал. Кристал поджал, стоит полтора, не пропустит Шнейдера, скорее всего. Он в центр дальше действовать, да-да-да. И Шнейдер прощается с этим раундом. 1-3, Alternate Attacks берут первые девайсы. И это, по-моему, хорошее начало для немецкой команды. Есть шанс даже, может, и в первой половине выиграть. Хотя, думаю, сейчас Fnatic покажут какую-то нашифровочку. Для этого надо Alternate Attacks закрепить свой успех, взять второй раунд подряд. И тогда действительно можно будет говорить о том, что немцы покажут сильную сторону дефенса, а не мы увидим какую-то детскую драму. На банане Феликса гранаты занимает Б-базу. Ну вот Фнатики действительно очень быстро занимают ключевые позиции. Банан взяли под свой контроль и теперь, как говорится, контролируют 90% карт. Прикол в том, что немцы даже не понимают на самом деле, что Фнатик их водят за нос. И проигранный девайсный практически ничего не значит. Но то, что дуга контриса вот уже просто сразу с первых секунд, это показатель мастерства. Показатель того, что Fnatic знают, что базу отдавать не надо. Страйк микрофон забыл. Все нормально. Ничего не забыл. Посмотри лучше на карту. Fnatic бомбу забыли, а не страйк микрофон. Не-не-не. Они сейчас сначала выйдут, постреляются, а потом уже понесут плент после перестрелок. Ну, тебе говорю, они стебутся сейчас над немцами по-страшному. Эта бомба не нужна. Они хотят поиграть в свое удовольствие. Это прекрасно видно, потому что если бы они сейчас были сверхсобранные, сверхсерьезные, то какая-нибудь одна раскидка на Б-пленте зарешала бы все. Так, Рак, врыв, тайминг, флешка и чистый дом. Да, Лунфу. Альтернейт начинают уже на изжоге сидеть. Феликс на Б вместе с Кристаллом. Интересные позиции. Катушки плюс Б3. Залетают дымы. И Fnatic с бомбой будут выходить именно на Б плент. Живи пытается открыть по Б3. Феликс так, готовит. Эсма будет моментально на хлупе на Б базе, что позволит команде Alternate Attacks принимать заход на Б плент в составе из троих игроков. Смотри, немцы жгут плент. В этот момент ложится дым. И игроки атаки развернулись и ушли на Айв Мидл. Там умер Дэвил Волк. Выхода на Б нету. Остался Флюша. Времени 10 секунд и Fnatic сейвится вчетвером. Перемудрили, по-моему, в этом раунде. Ну, да, не дали немцы просто здесь никакого повода сделать минус. Играли закрыто, пассивные. Fnatic не нашли свои фраги. Лишившись Дэвил Волка, заканчивает все вот таким вот интересным мувом. И на Б стоит Флюша. О-хо-хо, и убивает Феликса. Браво. Ну, теперь Fnatic знает, что за Б3 Феликс не вылезет никогда, и пора атаковать более грубо. Помнишь, была такая игра Hide and Seek? Hide and Seek, да. Точнее, не игра, а мод в Counter-Strike 1.6. Вот там была задача прятаться и что-то творить. Вот, по-моему, команда Alternate Attacks играет именно в такую вот игру. Прячутся, не показываются абсолютно ни на каких более-менее агрессивных позициях. Вот только сейчас Кристова запускали на банан под флешечку. Вроде бы все прочекал, но JV спокойно разбирается. Ох. С Кристальчиком есть open фраг. Fnatic постараются взять. Смотрим, сколько, насколько хватит Феликса. Суппорт уже близко, но Fnatic передумали идти быстро. Это интрига, дым. Феликс, толпа пришла, 2-2 пленты. И сейчас надо Fnatic решать, идти дальше или ждем. Ждем, говорит капитан у них, походу. И так, Шнайдер сейчас почти прошил Эсма. Вау, Эсма просто тайминг поймал сейчас.
Вот, по-моему, все-таки будут заходить Б, да, решили идти до конца. Вряд ли развернуться на мидл. Нет, уже развернулись. Так, уже стоп, развернулись. Стоп. Мне кажется, это будет 3-2-Б. Три игрока... Нет, посмотри, еще и Пронок с бомбой уходит. Дэвил Волк также покидает территорию Банана. Они и все уходят заходить на А. Они хотят удивить немцев. Немцы этого ждут, но Солик не справляется с позицией на 15. И GV открывает счет в этом раунде. Игра против Рака. Справится ли немец? Один на точке, знает о коврах, но его окружают в песках. И он становится просто мертвым телом. 2-5. Ну вот стратегии от Fnatic, друзья, блестяще перемудрили здесь своих оппонентов. При том, что реально перемудрили, те играли тот же самый хайд на Б, ну, ожидая выхода. На этот раз хайда, кстати, и не было. Кристал попытался сыграть агрессивно под флешку, выходил на банан, но GV справился с флешкой, справился с кристаллом. После этого пошел на главку, разобрался там еще и с Соликом. Вот сейчас ну и дальше... Феликс сейчас вообще потрясающе запрыгнул на клумбу прям вовремя. Очень важный момент, кстати. Ну, по-моему, сейчас вот этого тупо закроют. Ну, вот этот девайс нельзя отдавать сейвить. Так, ну, как боится, поджало у него. Понимает, что четверо на дуге. Или трое, как минимум. Все, Эсма сейвится. 2-3, 2-4. Ну, и Fnatic продолжит, скорее всего, сейчас свое победоносное шествие. Хотя, скрывать не будем, немцы могут, на самом деле. Могут, если захотят. Ну, вряд ли в этом раунде что-то смогут показать интернет-атак, разве что Эсма ну, с единственным девайсом старается что-то придумать. Что из этого выйдет, я даже не знаю. Но Эсма отправляется с кальтом на ковры. Там, кстати, есть небольшое укрепление у Фнатиков. Два игрока занимали ложный мидл, и Эсма пойдет в поджим. Да, рискует интернет-атак. Но тут больше Fnatic рискует просто попасть на поджим. Если сейчас зайдет на полтораху Эсма, ну, то это вроде будет вроде бы Дэвил Волк все контролирует. Дэвил Волк проигрывает перестрелку Эсма. Ну, альтернет теперь контролирует бомбу. Эсма пытается забрать другой девайс. Отдает тиммейту свой. Уходит в итоге парень с армором. Остается без девайса. Выход не успевает уйти рак. Эсма, вау, спасается. Приходит Солик. Есть инфа, но не дали инфу про темную. Эсма может сейчас играть... Ой, девайс пропадает, Шнейдер не видит, еще одна бомба. Вот чем заканчивается игра на полтора, медленная при попытке выбивания. Я предупреждал. Немцы могут удивить. Если все пойдет на А. Если атака пойдет на А. Жесть, это ну, ж вообще. Дэвил Волк с бомбой в руках просто принес на блюдечке с голубой каемочкой. Ты понимаешь, что он даже не стрелял? Он просто вылез вот с этим говорит, калашом, вылез. Держи, брат. Возьмите. Пацаны, хотите раунд? Раунд хотите? Пронокс идет делать то же самое, между прочим, только с калашом в руке и, по-моему, даже готов стрелять. Так, ну шведы бомбу забрали. 2 в 4 ситуация, постараются вскрыть защиту на апленте. 20 секунд до конца, Флюша забирает кристалла. В больших песках по-прежнему живет Эсма, Эсма минус Флюша. Ну и Пронокс один против троих уходит на сейв своего девайса. 13 секунд, и вот вам один девайс, который благодаря Эсма разыграли на ура. Кстати, он отдал его тиммейту. Тиммейт отдался, но он подобрал пушку Солика, и теперь у него все окей. Ну ура, все, Пронок засейвился, предварительно зарезав курицу, разозлился бедняга, но шанс есть отыграться. 4-3. 4-3. Не, ну Fnatic уже в зоне комфортного счета. Вообще, по прошлым матчам, если судить, у них им в атаке 4 хватало на Инферно. Вообще, на самом деле, вот посмотреть на счет, можно сказать, да, close game, действительно заруба, но вот что-то интриги у меня, вот я даже не ощущаю никакого напряжения в этом матче. Мне кажется, Fnatic спокойно сейчас соберутся, возьмут еще раундов 5 в атаке, ну и потом уже закончат начатое дело за сторону дефенса. Кристал на банане, забирает Флюшу, есть первый минус от Alternate Attacks, ну и теперь раунд в меньшинстве будут проводить Fnatic. Так, Игорек, а ну-ка покажи нам карту, что там происходит. Смотрим, перетяжка на БПН, Пронок с бомбой уходит на Б-базу, GV и Шнейдер уже готовы вскрывать Б-плент, но... Да им надо аж прот идти вскрывать, а не Б-плент с такими ты посмотри, скоростями. Какое укрепление на Б-пленте лучше. Дэвил Волк, минус Солик. Вот, даже минус на А просто немцев не дергает. У них столбняк, я вам говорю. Ну что-то знают. GV ждет катушку, катушка пустая, дым заканчивается, Кристал ждет в дым также и мажет свою пулю с АВП, ого! Ого! Пытается дать второй минус, но уже поздно. GV выходит медленно в дым и видит ноги. Кристал, GV, вот это подарил себя просто как балерина. Да, Джаспер что-то слишком нагло сыграл в этом моменте и за что был моментально наказан. Эсма минус Дэвил Волк, 2 в 4, Шнейдер и Пронок. Ну, Fnatic не вышли на дугу, не сыграли на не перетянули немцев. Короче, у них все очень плохо, выход на Б, и Шнейдер должен сейчас брать все под свой
контроль. К сожалению, для него Феликс попадает за Б3. Шнейдер просто не понимает, как ему стреляться с соперниками, которые стреляться не хотят. Парни, мы играем в КС или вообще что? Прощальная граната. Но до нее не доходит. Феликс забирает его. И это 4-4. Минус деньги у Фнатик должны быть сейчас. 2900, 200, 2300. Маловато будет. Вообще мы видим совсем другую команду Fnatic. Вот та команда, которая играла против HellRaisers на этой же карте, играла совсем по-другому. Это были гиперагрессивные парни, которые шли, находили своих оппонентов, убивали их практически, четкими разменами. Не без шансов, но размены давали Fnatic жесткие. Сейчас мы этих разменов не видим, и есть реальный шанс у Alternate Attacks побороться за очки в этом матче. Ну, опять-таки же, это все, мне кажется, не так уже реально. Что-то из разряда фантастики. Экономически от фнатиков, что делают парни? Постараются сделать как можно больше минусов в этом раунде, подпортить экономику альтернейт-атаксам, ну и, может быть, сотворить чудо. Может быть, не может быть. Ну вот у Fnatic засвистит сейчас, я чувствую, если они хотя бы... Не, вот представь счет первой половины, 11-4, я уверен, что у Fnatic будет каплю пота на лице и небольшой шокет в мозгах присутствовать после такого. Они, наверное, думали, что сейчас будет соперник, которого они знают. Нет, на классе обыгрывать они обязаны просто такую команду. Посмотри на GV. Он сейчас делает то же самое, что Devil Волк. Это у них любимое занятие. Смотри, сами. Ну, размены 15. Смотрим, GV пойдет он ставить или нет. Да, пойдет ставить. Тут рачок стоит. Вау, по жопе просто. Бомба прямо упала в плен. GV ее донес. Молодец, но поставить забыл. Все, остался Флюша. Добиваем Флюшу. И альтернейт. Все, альтернейт бьют друг другу. Сейчас пятюни, просто треск их ладони слышен на всю Германию, наверное. Что сомнительно. Ну, раунд преимущества у шведов выиграли. Вообще, они, по-моему, впервые вырвались вперед в этом матче. Да, да. Ну, вот все, наступали на пятки. И, наконец-то, наступили. Или переступили. Я не знаю, как правильно здесь отреагировать. Какие правильные слова подобрать. Ну, в общем, альтернейт надо сейчас свой успех закреплять. Демонстрировать профессионализм и забирать 10-й раунд, тогда у парней экономика наладится еще круче и будут шансы так, потом смотри, даже валу задать. Будут заходить под флешку на главку. Вот момент главку вырывается, Devil Wolf, минус столик. Вот это провал, немцы. Но рак убил, Подожди, пески не выиграны, правда, все, звено 15 прошло. Раку надо убегать, он вставляет после себя флешку. Плент занимается, рака ловят. Ну, будут пытаться ловить. Как видим, игра уже непосредственно в пленте продолжается, рак. Встает в дыму и его... Вау, Рачелло! Падают большие пески. Один... Так, два в три. Ну, слушай, если сейчас подловят плент... Нет, все, Шнейдер убивает. Феликс. Феликс! Реакция против GV. Ну, 6% здоровья против практически 100% Флюши. Бомба пикает довольно-таки быстро. И нельзя ошибаться, Флюши. Флюша был в зоне риска, но спокойно уходит на главочку. И что же будет делать... Феликс просто на морозе допустит бомбу, не получается. Приходит, забирает счет. Опять-таки же, равный 5-5, Фнатики не дают Alternate Attacks оторваться и занять действительно лидирующую позицию в этом поединке. Флюша был на классе, а вот на самом деле там сейчас налажал игрок из Alternate очень жестко. У него был дым, он смог не использовал как надо и мог просто кинуть смачок, красиво отрезать двадцатку, сесть за дефить, и, может быть, шанс бы был, что его тиммейт, оппонент его не заметит на этом дефузе. Но он как-то странно реально сорвался такой и сел на морозе все делать. Так, GV был зачекан на центре Соликом. Солик моментально идет в дом, понимаешь, что... Повтор того же раунда. Под флешку Фнатики быстренько будут заходить на главку. Devil Wolf точно так же открывается, только вот упал GV. В больших песках рак... Справляется с Devil Волком, но Флюша тут как тут. Разменивает своего тиммейта. 3-3 ситуация. Фнатики занимают А базу. Эсма, Эсма должен сейчас прочекать, не чекает. Ого, Эсма! Какая просто сейчас была... Какая ошибка от Пронокса. Он сам себя отдает. 15, контроль теряется. И Фнатик будут уже играть от плунта. Шанс, ну, шанс все равно только на то, что стрельба какого-то Феликса сейчас может помочь. Ну, Шнейдер спокойно разбирается с Асмо, знает, где находится Феликс, и должны забирать последнего дня. 6-5, и снова Фнатик залезают на пьедестал почета, снова раунд разницы в их пользу, но этого мало. Хотя зона комфортного счета для шведов уже есть, и... но очевидно, что этим бы дело закончилось. Но вот все-таки смогут ли собраться немцы дальше, чтобы раздать? Ну, как минимум, еще один раунд подарят сейчас Alternate Attacks команде Fnatic. Экономически в их исполнении. И вряд ли здесь что-то произойдет сверхъестественно.
Ну, посмотрим. Там у Эсмо просто остался девайс, кстати, когда... Да, у Эсмо есть девайс. И он опять идет покорять Devil Волк и на ковры. Только тот без бомбы. Бомба у Пронокса, поэтому может так не повезти. И Эсмо 2-0. 2-0 на полторахе. Отыгрывает просто безупречно. Ковры падают. Фнатик бегут быстро. Б. Занимают дугу. Эсмо уходит вообще. Забирает девайс в полной безопасности. И понимают сейчас в интернете, что это Бэшечка. Кристал. Реализация ЦЗшки. Выпад без шансов. Это Бэшечка, Флюша, будет первым заходящим, зачекал Феликса. Очень четкая флешка от Фнатик вот на позициях вблизи и был принят. Но тем не менее, 3-2, давай смотреть за Эсмо. Сейчас этот парень должен заходить с дуги, на дуге пусто и от него будет, наверное... Так, не, ретейк пошел вообще первый, Солик вышел, но не надо ошибаться, ну, не надо торопиться. Хорошая интернет-атак, за что могут быть наказаны. В итоге у нас 2-2, Флюша сделал уже 3 минуса в этом раунде и готов оформить эйс. Но Эсмо зашел с дуги, и о нем, в принципе, знают. Фнатиков держит под контролем. Задача Рака просто не пропустить. Ай, там дым закончился. Вот если Рак сейчас не умрет... Фнатик, смотри, Фнатик просто трутся на углу, оба стоят на пятачке, Б3. Фнатик ждут ошибки от команды Alternate Attacks. Но кто? Немцы также готовы ждать до последнего. Бомбу все-таки надо ставить атаки, поэтому у немцев есть кое-какое преимущество. Ну что ж, Фнатик думает, то, что они спрятались. Нас не видно, нас не видно. И Шнейдер ставит бомбу в ошибочное на самом-то деле местоположение. Просто вот Эсмо сейчас заходит. Все, вау! Вот это ну что же, теперь реальный шанс для Флюши сделать. Есть 6 секунд до конца, и это... Нет, это раунд для команды Alternate Attacks. На ровном месте немцы берут второй вот такой вот какой-то непонятный эко с одним девайсом. Благодаря вот кому? Эсмо. Благодаря Эсмо, который... все Эсмо сделал просто все то же самое на эко, что делает команда Alternate. Сходил в ковры. Вот умирает. Сходил в ковры, забрал Devil Волк, да, взял, да, раунд. Да. Вот залог успеха команды Alternate Attack. При том, что, ну, как бы, запись, видео не даст соврать то, что это уже второй раз произошло. Если это произойдет третий раз, то у Fnatic, наверное, Fnatic'ам стоит взять паузу и подумать вообще все-таки, какую роль играет Devil Волк. А то как-то странно, дохнет один, и раунд не берется. Дохнет второй раз подряд, раунд не берется. Что делают остальные 4 человека без Devil Волк, вообще непонятно, но будем надеяться, что это ошибка от Fnatic. Будет как-то закрыто, а то с командой посерьезней, наверное, на этой карте, с какими-нибудь титанами, их бы уже просто гоняли, как пушечное мясо из какой-нибудь Саратовской области, какая-нибудь команда Ашер. Вот такой бывает, да. Ладно, Devil Волк. Я вот выйдет 20. Даже боюсь себе представить, какая же будет атака у Alternate Attacks. Я даже не хочу знать, какая она будет, поэтому... Это будет что-то невероятно долгое, невероятно затяжное. Чувак, ты представляешь, сегодня матч будет Aces против Кураж. Вот я не знаю. Я не знаю, короче, смотреть его молча или сразу пойти повеситься. Ну, хороший оба варианта. Я думаю, знаешь, потому что, как бы, смотреть его молча, это понятно. Там описывать нечего, там Блейд. Просто я Блейд, я стратегия, я тактика. Есть Симпл. Да, есть Симпл, ну Симпл Фаз, да. А вот что будут делать Aces, я не знаю. Aces будут реализовывать киберфокуса. И прикинь, они будут играть какой-нибудь нюк. И ходить по улице одинаково на шифтах. Такое разнообразие просто. Кстати, вероятность нюка очень велика. Вот мне почему-то так кажется. Ну, Aces на нем играли до этого нормально, но состав был другой. Да, ну и также его полюбляют играть куражи, но в последнее время что-то кураж... поражает меня своим выбором карт. Есть и Инферно в арсенале, есть и Мираж, которые сыграли в ничью с поляками. Так что у Куражей, мне кажется, здесь все схвачено. И какая бы карта ни была, они будут фаворитами в этом матче. Кристал, есть open фраг в этом раунде. Забирает JV. Что происходит? Смотри, что Шнейдер делает. Да, он там уже Шнейдер? Гуляет на КТ, гуляет на пятнашке. Его там, в принципе, уже поджали. Так, ну вот Devil Волк упал, Шнейдер все-таки забирает Солика. Феликс на банане, если ошибется, Фнатики без проблем займут Б-базу и возьмут ее под свой контроль. Рак обыгрывает Шнейдера, запирает на центре. Выход Б, Пронок ставит пачку Кристаллу, и это шанс. Б пустая, Эсмо не успеет уже ничем помочь. Прострела не будет, Рак красный. Ну, в общем, все плохо у немецкого коллектива. Очень плохо. Спасет только какая-то нереальная затупная ошибка команды Fnatic, но так, я не вот знаю, Флюша, я не знаю. Флюша залетел, молотом горит. Флюша меняет позицию, уходит в темный. Ну Пронокс все... на банане. Все действительно под контролем у шведов. Но здесь надо просто нереально затупить, чтобы эту бомбу проиграть. Так, Fnatic. Флюша забирает Рак, Эсмо минус Флюша. 1-1 Пронокс против Эсмо. Бомба пикает слишком быстро и только дефуз. Спасет раунд для команды Alternate Attacks. Ну и Пронокс с дуги забирает спокойно, логичный фраг. Я не знаю, почему я не подумал, что последний на дуге.
Почему смог не дали сразу, вообще непонятно. Ну, итого 7-7. Вообще, Фнатик не должны были брать 7, если учесть то, что защита здесь немножко имбалансная. Но вот... Но учитывая то, что в защите играет Alternate Attacks, да, то да, тут... 7 раундов, в принципе... 7 раундов — это вообще для них жир просто и праздник. Они должны сейчас пойти печь торт в честь этого с цифрой 7. Ну реально, ну а что там делать? 7 взяли. Так, и это 7 раундов, при том, что проиграли 2 эко-раунда Fnatic. Смотри, сейчас Crystal сдохнет, будет смешно. Хотя он там стоит вообще на такую твердую верочку. Devil Волк, опять-таки же, запускает под флешку, занимает главку в Фнатике. Солик, есть первый минус, падает Devil Волк. Ну и спокойно на этот раз. Кристал. Кристал бомбанул троих Фнатиков. Ну, они сами не заметили. Сыграл немец нестандартно, но за это ему респект. Вот знаем то, что некоторые игроки могут так ловить в дыму, но здесь, к сожалению, получилось так, что его просто... Не убили, не чекнули. Вот мне опять кидают. Слушайте, завязывайте про этот расклад. Про Симпла и Софтину. Все это прекрасно давно знают, что в 1.6... Он вообще сам признался, сказал. Ну и что, в 1.6 взял, подрубил. Меня ESL античит забанил. Проверили античит. Я все равно там не играю. Все. Какая разница? А вы тут к этому пристали, что у него там читы, 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 читы. У вас читы в голове просто, которые работают неправильно. Идите, играйте лучше. И каждый пытается доказать, что это, что он круче Симпла. Вот это меня вообще убивает. Предлагаю вот все, кто сомневается. Да, и говорит, приходите на им турнир. На вот им турнир, на LAN-финалах. И поиграйте с Симплом просто АИМ турнир. Но он вот АИМ турнир выиграл. Как бы у него там и Фрайберг лег, и Ковач до него не дошел. Как бы, ну... Короче, в том, что парень плотно попадает, лично я ни капельки не сомневаюсь. При том, что мы его видели на Лане, и некоторые матчи он играет... С Киберарены. Да, с Киберарены. А забанен он еще, кстати, был в 1.6, так что... 1.6 это не считается. Ну как, считается? Косвенно человек, который использовал читы в одной игре, он может их использовать в другой. Чувак, знаешь, почему это не считается? Вот смотри, Янукович сидел, но он стал президентом. Все, не считается. Не считается, да, согласен. Так что все. Аргумент на пятерочку. Ну что, смотрим за раскладами и вообще. Фнатик решили просто психануть, заобузился Devil Волк, красавчик отдался. Ну, отдался, громко сказано, это нашифрованный раунд от Фнатика в агрессии. Десяточку, Шнейдер забирает Эсмо, Джейви, минус Кристалл, вот это... только Солик и Рак, ну и все. Тут 2 в 4, изи-катка, Рак сейчас во второй половине. Смотри, если его сейчас отпустят здесь и дадут пройти, а не хочет. Нет, Джаспер такое не прощает. Вексел, тыдыщ, минус Рак, остается Солик, ну что, тащи, Солик, где ваш скилл, парни? Кстати, вот посмотри, если вспомнишь, что было в первом пистолетном раунде, то Джейви сделал 3 минуса. В втором пистолетном раунде точно так же Джаспер убил троих. Это говорит о том, что Джаспер на пистолетах невероятно опасен. 8-8. Опять-таки же счет равный. Казалось бы, игра должна быть равная, но все мы прекрасно понимаем, что Фнатики идут запасом. Идут запасом и играют где-то на 50% от своих возможностей. Опять-таки же гиперагрессивная игра. Будут рваться в десятку. Плюша есть, первый минус забирает Феликса. Что дальше? Пронакс. Да. Вот, так еще по поводу Симпла. Мне тут пишут и начинают говорить, что он не мог играть нормально. На-на-на-на-на-на-на-на. И, кстати, не Вагбан, а Вайер и ESL-евский, что странно. На-на-на-на-на-на. Он это сделал в феврале. Друзья, когда команда Кураж, или за кого он там играл, в каком составе, я уже не помню. Тогда даже о Куражах речи не было. Короче, да, о Куражах речи не было. Прикол какой. Пока этот молодой человек со своей командой не надрал жопу каким-то малолетним идиотам из России, которые совершенно были уверены в своей богоподобности. Ну, короче, их там просто замашнили, начали машнить то, что вот у него там это тот парень, забаньте его, и в итоге, короче, его просто забанили. Я читал повторно. Причину бана, там слишком много каких-то там штрафных очей слишком много набрал Симпл, ну и, собственно, какой-то все-таки читок использовал. Ну и сам в чем и признался. Ну, короче, смотрите, следующий отборочный на какой-нибудь турнир ESL, он будет разбанен. Это как бы, ну, вообще спокойно. Не факт, кстати. Ну, не факт. Потому не... что читал я тоже, смотрел страничку ESL, и там написано «бан перманентный». Ну и че, как его? Его ж надо как-то доказать, еще будет. Ну, то есть, во-первых, это разные игры. Да? Нет, согласен, но это перманентный игры. Бан — это такой вот, знаешь, как черная метка тебе. И вот Симпл получил эту черную метку. Его. А, вот. Вот Егор нам проясняет, что да, мультиаккаунт у Стима также запрещен. И после того, как Симпл не стал разбираться в сложившейся ситуации, а просто-напросто создал второй аккаунт, за это получил перманент. А, кстати, да, вот за это. Из-за того, что там был второй акт. Ну ладно, в общем, это уже... Это уже не соль, это уже не важно. Важно только то, что сейчас Fnatic 10-8 уже выигрывают у Alternate. И, скорее всего, Alternate в атаке возьмут целых 0.
Они возьмут количество раундов, на которые нельзя делить. Пронокс, о, Пронокс сейчас просто... Вот так вот спокойно забирает Феликса. Два минуса от команды Fnatic в этом раунде. Так... Без размена пока все для Alternate Attack. Так, чувак, и... любой знает этот дым. Любой знает фишку этого дыма, который дает куда-то сюда. Он стрелял в дым при фаерм, но не попадал. Да, да, но тема в том, что вот он только-только начинает сейчас после отдачи своего ультимейта простреливать. А надо было сразу, надо было понимать то, что там будет этот выход. Феликс стрелял в дымок. Я смотрел за ним, он четко стрелял в дымок, но не попадал. Посмотри, как себя ведет команда Alternate Attacks. Почти как Fnatic, только втроем. Да, на банане втроем тусят, непонятно, что контролируют абсолютно. У них, наверное, любимое развлечение, когда они приезжают на море кататься на воздушном банане втроем. Я уже хочу посмотреть, как будет оформлен заход на Б-базу. Devil Wolf готов сделать первый минус. Спокойненько уходит. Откидывается флешечка. Ну, у них линейная защита. Линейная защита, поэтому тут можно просто чекнуть. Ну, вот так вот. Заканчивается Crystal Team Kill. Флюша забирает Солика. Devil Wolf минус кристалл. Ну и все спокойно. 11-8. Минус экономику у Alternate Attacks. Fnatic здесь просто доминирует. Ну, я думаю, здесь даже... Вот я Alternate'ам не дам 10 вообще. Вот не выглядят они на 10 раундов даже против Fnatic. Ну вот, все, мне кажется, с таким счетом и закончится. На 8 остановились, этого действительно для Alternate достаточно. В атаке Fnatic, если сами не допустят каких-то грубых ошибок, то Alternate Attacks вряд ли смогут что-то показать интересное и за счет этого взять раунд. Пронокс на эко забирает Эсмо, также минусует Солика, ну и дальше просто один за другим рассыпается Alternate Attacks, живых только Кристалл. Он же Кристалл, он же человек Глок, Кэнди, Apple, ну и попытка засейвить. Что он делает вообще? Не, знаешь, что я делаю, когда вот такие раунды вот так вот надо просто делать? О, какой ковер! Какой вентилятор! Я в ковер... Все, давай. Ковер царский. Ковер вообще просто огонь. Ты посмотри, какая здесь цветовая гамма, как переливаются краски красного. О-о-о, вот это Вальф, вообще привет. Мент бегает, курица бегает, ковер, как у моей бабушки, ну, не знаю. Как не любить эту игру? 12-8 в пользу Fnatic. Ну, серьезно, ну как вот? По-моему, они, когда игру эту делали, они сначала отрисовали красивый ковер. Потом только уже стали думать о том, что это за игра будет. Сменку не продумали для контртеррористов и террористов, потому что обувь пачкается, ну и ковер тоже должен как-то сохранять свою... Идиллию, ну что, Fnatic, смотри, Fnatic стало скучно, они решили сейчас зажарить немцев прям на Б, прям сразу, но Молотов их им испортил планы, подготовочка, моменталочка, отход, и у немцев есть ВП, между прочим, это Кристалл, который ждет зачем-то двадцатку. Ну вот понятно, что не будет там никого, но не будет с тобой JV играть на центре никогда, зачем ему это надо? Он может это сделать в следующем раунде, но не в этом. Вау, как он бросил бомбу просто. Короче, я не знаю, вот... Если описывать игру команда Alternate в двух словах, то первое будет просто Alternate, стоп. В двух словах, Alternate и стоп. Все, вот вся их игра в атаке. Ручничок. Действительно, парни ждут каких-то ошибок от Fnatic. Fnatic на этот раз играют очень пассивно. Я не знаю, по-моему, вот у немецких кейсеров, наверное, модно пить тормозную жидкость. Смотри, Пронокс повторяет свой трюк, выходит в дым, спокойно стоит, контролирует Эсмо и чудом его не забирает. Тем временем Alternate Attacks выходит на главку и вроде бы готовы проверить на прочность Upland. Что из этого выйдет? 29 секунд до конца, ни одного экшена не было, только Пронокс оставил красным Эсмо. Devil Wolf забрал Эсмо. Ну. Ой-ой-ой, Шнейдер, какой префайр в дым, флэш просто еще... Еще и без блайнда отыгрывает блестящий против песков. Остается Кристалл с ВП, Феликс красный, два хелса. И снайпер немецкого, по-моему, сейчас носит. Да, все, плент убрал, Devil Wolf. 7 секунд до конца раунда остается, ты посмотри. Ну ничего даже не могут немцы. Даже бы не успели поставить, если бы дошли до плента, но Fnatic этого сделать не дали. 13-8, 5 раундов преимущества у команды из Швеции. Это... Пока сухая вторая половина, Alternate Attacks не взяли ни одного раунда в атаке. У JV появляется снайперская винтовка. Что будет делать Джаспер, давайте посмотрим. Ну, попытка отстрелить десятку. Что дальше? Джаспер идет на ложный мидл и... Показалось, попал, но нет, это промах. Промах с ВП. И спокойненько уходит себе дальше контролировать заходящих игроков на главку. Так, тем временем, что у нас на карте вообще происходит? Devil Wolf и Пронокс вдвоем спокойно себе поджимают по банану. Взяли... очень важную стратегическую точку под свой контроль, ну и постараются не дать
Alternate Attacks развить успех на А-базе. Так, ну и посмотри, замануха намечается, Solik и Esma вроде бы с бомбой будут двигаться в направлении Б-пунта. Devil Волк на суперинтересной позиции. Прочекают ли немцы? Вот такую вот позицию Esma залетает. Ой-ой-ой, Пронокс и Кристал сажает. В итоге Шнайдер успевает на дуге зайти в спину. И оба. Ну вот как никогда близки к первому раунду. Игроки команды Alternate Attack, Шнайдер забирает рака. 2-2. Живи сейчас. Смотри, сейчас есть Джейви. Да, Джейви не будет палиться, Шнайдер будет играть пока что один себе КС, все. Кристал отходит, понимает, что с дуги больше никого нет, Джейви не торопится. Вот сейчас самая главная задача, чтобы немцы запутались в своих мыслях. И в принципе нет, Кристал знает то, что скорее всего это дуга, раз нет хелпы. Вот он топает, понимает сейчас Джейви то, что надо заходить, уже действовать, пошла флеш. Трешка. И Кристал флушеный отходит, Solik тоже белый. Но здесь Живи что-то перемудрил. Надо было выходить убивать по инфе, а он остался стоять. Ну, пожертвовал просто своим тиммейтом и в итоге не сумел реализовать, казалось бы, свою задумку, но... Ну все, вот сжал... так вот Alternate Attacks берут первый раунд. Сжал губки, пошел, подобрал АВП, засейвил и все. И Кристал тоже живой остался. Ну ладно, бывает и такое, да, 9-13. Зато экономика у Fnatic просто может спонсировать сейчас 8 революций подряд, потому что денег там нереальное количество. И для немцев это проблема. Это провал для немцев, потому что выжил всего лишь один игрок. Alternate Attacks закупаются под ноль. И проиграв этот раунд, скорее всего, и проиграют эту встречу. Та-дам! Чё, Fnatic втроем? Дуга не получилось. Сейчас мы сидит, Solik дом, JV. Ну, видишь, ведом уже скучно становится на 23-м. Они вот имеют такое преимущество, понимают, что могут совершенно спокойно сейчас... отыграть. Ой-ой-ой-ой-ой, как сейчас JV просто услышал пропрыг. И Кристал идет уже чекать, понимает, что никого в доме нету, все. Ну, чё ж ты задергался-то? Но здесь, конечно, Alternate, вот на них смотришь и становится жалко. Потому что столько медленных. Да, тебя никто не слышал. Ты у меня прямо, ты это понимаешь, это дошло до сюда, я ж, сейчас, я быстро не слышу. What the fuck? Что это такое вообще, страйк? Так, Пронокса! Заметили кукушку на дереве, слетает Пронокс, ну, Diablo Волк должен сейчас. Да, и пошел заход на Б-пуэнт, вроде бы без проблем занимает Alternate Attacks Б-базу, хотя при этом Solik и Esma остаются практически красными, ситуация 4 в 4, и теперь Fnatic будут рассчитывать только на выбивание. Посмотри, Кристал будет идти в спину, но просто не успеет, скорее всего. Ну, кстати, Шнайдер подозревает, что кто-то из немцев будет заходить в спину, но посмотри, как за секунду просели по хелсбарам Fnatic. Есть два красных игрока, Кристал заходит в спину, забирает. JV, Феликс минус Devil Walk, ну и Шнайдер, этот раунд. Ну, Шнайдер, который знал, ответил. Но здесь Fnatic, конечно, сдержит. Смотри, бай будет, поэтому ничего страшного. Да, будут просто забирать девайсы у команды Alternate Attacks. Но тут, знаешь, первый минус падает Esma. В чем самая главная, наверное, обида этого раунда, это то, что Fnatic могли выбить совершенно спокойно. Просто если бы Devil Walk не оставался на КТ, респе, а встал бы в хелпу или просто после килл тиммейта перетянулся на катушке, то шанс выбить плент был бы просто офигенный. Он просто как минимум бы разменивался. Но если бы его сбривали, можно было бы сейвить агрессивно. Вариантов вообще развития событий много, но видно то, что Fnatic просто расхлебались и отдали все-таки десятку Alternate Attacks. Я не знаю, поднимется у немцев мотивация после этой игры, но... или нет, но вот мне кажется, что это совсем не тот счет. И Fnatic не на максимуме. Я думаю, на лане это было бы 5-6 раундов от силы. Так, ну что, калаш против ВП на центре и Феликс. Ого-гошеньки, какой хедшот залетает. Ну, это игра от трубы, от столбика. Джаскер вроде бы все контролировал, но Феликс то ли префайром, то ли чудо-реакция. И одна пуля с АКМ всего лишь понадобилась немецкому игроку, дабы забрать снайпера команды Fnatic. Ну и защита 2-2 по плантам, атака все еще пока что думает. И медленно дом чекается Кристалом. Относительно медленно, так идет убивать двадцатку. Все, надо загонять. Загоняет Шнайдера. Хорош. А вы знаете, Фнатики, казалось бы, все контролировали. И вот так вот за два раунда отдали все преимущество. Solik, минус, вот это халява, конечно, просто сейчас была тайминговая. Без потерь разыгрывают этот раунд. Alternate Attacks. Ну и Solik чувствует. Ну Solik просто какой-то Counter-Strike Геракла все почувствовал. Первый раз вижу такую игру от Solika. Крайне уверенно и эффективно сыграл. В этом раунде обычно он гибнет, но он тут вот потащил. Без потерь. Alternate Attacks берут третий раунд подряд. Так, ну что, на третий бай будет Fnatic тратить или...
Там 11 тысяч, там, да, там опять бай. Короче, да, там будет парочка дропов, и будут все вооружены максимальным арсеналом девайсов. И теперь надо все-таки собраться Фнатиком и взять недостающие 3 раунда. У Солика есть снайперская винтовка. Что будет делать с ней Солик? Вот я не знаю, что с ней будет Солик делать, но она явно не его. Ему бы Кристаллу ее отдать. Это ж не даст 2. Кристалл остается с АКМом и не хочет стрелять. Фнатик, в атаке. Фнатик играет просто дефолт. Простой дефолт. У немцев каждый раунд дефолт, поэтому ладно. Они только... Единственное, что они азартные игроки, и вот что альтернейт, что вот, например, некоторые британские команды по стилю напоминают, азарт проявляется в том, что они там гранату в какую-то там супердырку, еще что-то, ну, слишком много действий без какого-либо, да, без какой-либо цели. Это, конечно, выглядит красиво в микромоментах, но, как бы, по большому счету, бессмысленно и беспощадно сказывается на результате. Так, Пронекс готовит принимать кафель, моменталочка, тут выход 20. Живи на доме, не знает, что ему делать. Тут уже... забирает Крестава красным, остается Феликс, минусует его Флюша. Ну и разменом 2-1. Ну, Рак сыграл сейчас четко, закрыл, Пронекс пришел на помощь, бомба лежит на 20 и... Да, это главный провал, бомба упала на главке, Шнейдер спокойно забирает Солика в дыму, Эсма минус довел волк на Б-пленте. Но толку-то, если бомба на центре, 3 в 2, надо выбивать, занимать как-то центр, гранаты есть, флешки есть, молотов есть, все, что нужно, это просто нормально пробросить мидл. В ответ тоже прилетает, идет спам прострела от команды Fnatic, справятся ли, да, нашили Эсма. Рак забирает бомбу, 36 хп, потерялся в дыму, не знает, где, куда идти. Где Рачок? Находит в двадцатке Шнейдера, убивает его, 7 секунд до конца раунда, меняет девайс. И бежит, как промокашка, ставить бомбу на ловешку. Ба-бам. Это жесть, просто. Как Солик сейчас, ой, как Рак сейчас сыграл, он, у него, наверное, там такая паника была. Вот. Жесть. И теперь посмотри на экономику. На самом деле не все так плохо у немцев. Все-таки 3 раунда к ряду брали парни. Ну и да, есть да. На бай. Статистика раундов вам говорит о том, что после 3 подряд одного луза бабки есть. Но немного на самом деле. Хотя, если в этом раунде затащат, то это интрига. Не затащат, все плохо. Так, ну вот Fnatic. Агрессивный мидл без проброса. Так, JV. Слушай, тут на уровне Рак играет. Просто да, на уровне. Да, четко при фаерами проверил снайпера команды Fnatic на коврах. Отогнал. Так, Кристалл. Идеальный заход в дом. Прострел. JV. Вот это щи. Просто. Ты видел, как он его? Просто встал в угол. И зажал. И зажал. Встал. Зажал. Скилл показал. Раунд взял. Но Пронекса надо еще обыграть. И Флюшу, который на пленте просто два... Ну, это форварды. Форварды команды Fnatic, которые просто не пускают немцев на А, несмотря на столь успешные действия на первых секундах. Да, за считанные секунды команда Alternate Attacks растеряла все преимущество. В ситуации 5-3 команда из Германии не смогла зайти на Апленд. Всего Давай. Лишь Флюша и Devil Wolf. Давай говорить просто и откровенно со зрителями. Команда из Германии не смогла. И на этом можно закончить, наверное. Бомба опять-таки же лежит на пленте. Как прийти, забрать эту бомбу, лишить жизни Флюшу и Devil Wolf? Также где-то есть Пронекс. Который... Нужен членикс просто, нужен членикс немцам. Отлично. Ну 1 в 2, давай, твой звездный час. 15 секунд до конца. Феликс забирает Пронекс 1 на 1 против Флюшу, это уже интересно. Ну Флюшу просто его дожидаться будет и все, как... Опа! Да, да четко все. Переиграл. Ну, Феликс тут уже подумал, что вот может быть, смогу, но не смог. Все равно 15-11, ну и на 4 раунда разницы будет победа за Fnatic. На самом деле это много, и команда такого уровня, как Alternate, который играет в StarLadder уже не один сезон, опять же доказывает нам, что вперед они не идут и стоят на месте, просто топчутся за заветный слот. Вот знаешь, если бы точно так же играли Fnatic против HellRaisers, то у Ашеров было бы гораздо больше шансов на выход на ван-финал 9 сезона, а вот... Почему-то настроились Fnatic на 100% на HellRaisers, а вот на Alternate Attacks на процентов 50-60 это потолок. Больше не даю. Просто не напрягаясь. Так, дым и центр. Эх, Alternate, я уже. Чуть не уснул. Замучили. Не меня замучили сейчас просто смотреть на это. Я не знаю, как тебя, но я сейчас готов был просто минут 20 просто покемарить. После такого просмотра.
такого КС-а потного просто. Ладно, 3 в 3 размен, потные парни, рак с диглом нам показывает автодиректор, его, наверное, будет минус, нет, Шнейдер закрыл. А как же так, Феликс даже не понял, что Шнейдер супер наглый и будет выходить еще разок. Вот, кстати, стилистика игры Шнейдера на самом деле очень многих наших игроков профессиональных из СНГ впечатляет, потому что этот игрок действительно очень высокого уровня, и он чувствует своих оппонентов по поведению непосредственно в игре. Так, ну что, гори, рачок, гори. Рачок остался один против троих. Надо тащить этот раунд. Но Рачок опять-таки же призываем Себастьяна. Себастьян, на прощание. Для команды Alternate Attacks. Для тебя, Рак. Мы тебя любим. Ты самый популярный КС Рак России. Так, друзья, дальше по расписанию мы с вами будем смотреть Mouse Sports против Kick, Virtus.pro против Titans, Kick против Hellraisers и Courage против Faces. Вернусь к вам вместе со Страйком через несколько минут и посмотрим, что сегодня покажет нам Крис Джей. Кстати, команде Kick нельзя проигрывать этот матч вообще ни в какую, как ни крути, как бы они этого не хотели. Так что должны потеть по-страшному.